Так, снова всем привет. Посмотрим сегодня карту Утешева, версия 1.0. Что у нас известно по карте? Так, пока что тут у нас ошибочки какие-то. Но это там автор писал, что будет уменьшать размер архива, там то, что там много мусора. Карта весит 1 гиг, поэтому не стоит обращать на это внимание. Так, а я пока ищу, что у нас тут? Это всего Бруаки. Так, целый гиг, да? А где эта карта-то? Это у нас Коровина. А я что-то и нет. Ну ладно, посмотрим так. Опять какое-то обновление на ХТЗ. Да вы издеваетесь. МТЗ-82 опять какой-то. Да вы заколебали. Только скачал, посмотрел. Тут опять какое-то обновление. Да сколько можно? А, это то же самое, ладно. О, все. Открываем, смотрим. Ах, немножко глаза болят без очков. Легкий уровень сложности. Что нам дают на старте? Ни хрена нам ничего не дают. Ага, триггер у нас находится в поле. Прикольно. Берем тачку, арендуем. Смотрим, где она появляется. Появляется она вот тут. А вот тут это где? А вот тут это здесь. Я даже понятия не имею. Ну, наверное, вот это наша база. Хотя это вот продажа культур. А, это вон как все покупается. Это, походу, какой-то карьер. Тут перекупщик животных живет. Ну, понятно. А, одна точка продажи. Замечательно. Зато есть контракт. Что нам еще интересно? Техники у нас нету. Ага, у нас есть два участка, оказывается. Может, еще что-нибудь есть? Поля. Поля у нас тоже есть. Давайте прокатимся до этих двух участков. Так, как отсюда? Наверное, вон там. Но уже видим, мод-сезоны поддерживаются. Как-то необычно выглядит трава. По сезонному. Белый это, наверное, автострада. Кстати, дорога, по-моему, с рассвета взята. Кстати, ничего не лагает. Жрет она 2500 видеопамяти, проц 30, видяха 40. Какая-то... Вообще люди-то есть на этой карте? Там, я так понимаю, карьер, который пока не несет никакой смысловой нагрузки. Но зато есть дорога. Хорошая асфальтированная дорога. Поэтому прокатимся в ту сторону и посмотрим, что там. Тем более у нас гольфик, который жарит. Возможно, 180. Ну, не знаю, что-то с одной точки... Я могу, конечно, и свои три штуки поставить, но хрен его знает. Автор сам сказал, карта будет допиливаться, значит, пусть пилит. Что это такое-то вообще? Это, по-моему, заправка. Раз на ней нету триггера, она, наверное, не рабочая еще. Ну, может, я не успел столько топлива сожрать, и гольфик пока не просит попить. Вот наши два поля, самые микроскопические. Ага, дорога идет туда. Блин, что-то я не знаю, есть смысл тут ездить. Давайте-ка лучше полетаем. Делаем так. Скорость 8. На взлет. И погнали. Вон наш карьер. Так, тут у нас дороги нет. Ну, по сути, можно и проехать. Ага, вот тут дорога есть. Просто непонятно, на ПДА все это видно. То ли это дорога, то ли это что. Вот у нас единственная точка продажи. Так, а вот это у нас что такое? Какие-то ангары без ворот. Выглядит так заброшено, кого-то, я не знаю, блин, паукер какой-то оказался. Сейчас бац, из-за поворота, блин, кровосос как выскочит. Не надо просить меня проходить сталкер, есть только какую-нибудь обычную версию, типа чистого неба. Ой. Зов Припять. Когда-то я мечтал пройти ее, но все никак руки не дают. Чисто обычную версию, без этих солянок.
Ага, там тоже что-то интересное. Может и неинтересное. Что-то там прямо... А, это речка так формируется. Точнее, озера. А где у нас что еще есть-то по поселению? Вот что-то, по-моему, есть. Погнали туда. Поля, конечно, огромные. Карта, к сожалению, плоская. Местами, конечно, есть рельеф, но в основном она плоская. Это что, дорога такая широченная? Или это поле траву косить? Чуть непонятно. Небольшая деревушка. Немножко подлагивает, но это, наверное, прогрузка объекта. О, коллизия, нифига себе. Какая моя шестерка? Это не моя с рассвета случайно? Что она тут забыла? Уже ушатать успели. Зато газ есть. Эти навесы. Кто-нибудь живет вообще? Что-то как-то даже не сталкер, а какой-то Дейзи, блин. Реально нафиг. Ни птичек, ничего, только ветер. Как-то даже страшно на этой карте-то находиться. А что здесь ночью-то будет? Ну-ка, давайте посмотрим. Там хоть освещение-то есть? Елки-палки. Давайте ради интереса спустимся на землю, так сказать. Так, где я оказался-то? Капец страшно. Если бы не день, я бы немножко бочканул тут ходить. Напоминает какой-то дешевый инди-хоррор. Чем мне пропал? А. Ну-ка. Да, выключи ты. Я ее что, типа, поднять могу? Взял такой, унес. Все, моя тачка. Блин, страшно тут, конечно. Жуть, конечно. Ну, это бета-версия, поэтому ждем обновления. А так тут делать особо нечего. Контракты есть. Есть одна точка продажи. Сейчас промотаем время до утра. А, это еще только вечер был. Да, страшно. А это надо повсеместное размещение включить сначала. Включаем. Чисто ради интереса. Да, появились цены. Немножко отличается. Чуть-чуть. Культуры, кстати, мы не посмотрели. Культуры, по-моему, по стандарту идут. Да, остальное это все мое. Больше нет смысла что-то смотреть, поэтому такие вот дела. Ждем обновления карты. Качайте, пробуйте, пугайтесь, все такое. И всем приятного просмотра.